Сирень Победы зацветет в Анапе в сквере имени Гудовича. Молодежь, ветераны и волонтеры серебряного возраста приняли участие в посадке кустов и торжественном митинге, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мне хотелось, чтобы все-таки над вашими головами всегда был мир. А ваша акция свидетельствует о том, что мы помним, гордимся и будем вместе своим потомком. На аллее установили две памятные таблички с указанием даты и наименованием группы войск, принявших участие в освобождении района. Также Анапа присоединилась к общероссийской акции, которая объединит все 40 городов воинской славы. В сквере прошла закладка земли в особые гильзы. Мы наполняем гильзы землей, их 40, и 5 мая на Поклонной горе в городе Москва будут гильзы обменены с другими городами воинской славы и городами-героями Российской Федерации. Именно с ветками сирени в руках встречали в мае 45 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой. Так сирень стала настоящим символом Великой Победы.